Загадка – остров сокровищ. Семеро пиратов на своем небольшом корабле совершили нападение на торговое судно и завладели его сокровищами. Торговый корабль направлялся из Южной Америки в Европу. После долгих поисков пропавшего корабля, военное судно ВМС Англии в тумане обнаружило пиратский корабль. После абордажного боя погиб капитан пиратского судна «Черный Джек». Остальные шестеро пиратов – Марко, Себастьян, Гандер, Ипполит, Арпион и Люциана – были задержаны. В кармане костюма главаря, капитана «Черного Джека», обнаружили карту острова, на котором были закопаны ценности. Пираты рассказали, что перед тем, как спрятать награбленное, главарь расставил всех на берегу, в местах, отмеченных треугольниками, однако никто из них не мог указать, где стоял каждый. Также было известно, что ценности хранятся в одном из мест, обозначенных квадратами. Тогда пиратам предложили подробно рассказать о том, как был спрятан клад. «С моего места я видел Гандера», — показал Марко. «Нас разделяла полоса воды. Я находился ближе всех от капитана, когда он закапывал ценности», — пояснил Арпион, «но я не мог его видеть. На одной прямой я видел Люциана, а дальше за ним Ипполита», — сообщил Гандер. «Я помню лишь то, что между мною и Люциана было дерево», — сказал Себастьян. Ипполит и Люциана ничего припомнить не смогли. «В этом нет необходимости», — сказал инспектор Гудвин. «Уже можно точно сказать, в каком месте ценности. Где, на острове, спрятано награбленное». Ответ на загадку. Инспектор Гудвин логически разместил всех пиратов на острове и понял. Клад закопан в месте, обозначенном квадратом B.